мы рады приветствовать вас на торжественном открытии Всероссийского виртуального концертного зала у нас в гостях в детской школе искусств города Шахты. Прелюдия фанфары Хландовского прозвучала в исполнении преподавателя школы Елены Витальевны Переяславой. Мы рады, что наше учреждение стало частью федерального проекта «Культурная среда», национального проекта «Культура». В 2022 году в конкурсе проектов на техническое оснащение виртуального концертного зала было подано 211 заявок из 80 учреждений 60 субъектов Российской Федерации. В Ростовской области победителем проекта стали только 3 учреждения культуры. Среди них и детская школа искусств города Шахты. Решение конкурсной комиссии детская школа искусств города Шахты стала победителем и получила 1 миллион рублей на закупку оборудования виртуального концертного зала на 140 мест. Было приобретено следующее звуковое оборудование: акустическая система, сабвуфер, микшерский пульт, радиосистема с ручным микрофоном, проектор, компьютер. Участие в проекте позволит нам значительно улучшить условия для успешного развития и обучения одаренных детей и подростков. Учащиеся школы и жители города Шахты смогут познавать шедевры мировой классики в исполнении знаменитых виртуозов России. Эти выступления можно будет увидеть не только в режиме онлайн-трансляции, позволяющей создать атмосферу личного присутствия в знаменитых концертных залах, но и в записи в любое удобное время, причем совершенно бесплатно. Вивальди «Глория» исполняет вокально-хоровой ансамбль «Конфетти», руководитель Шмарева Татьяна Николаевна, концертмейстер Богословенко Анна Валерьевна. Thank you.
для нас день. Со словами приветствия к вам обращается глава администрации города Шахты Горцевской Андрей Григорьевич. Добрый день, школа искусств, уважаемые педагоги. Очень волнительно выступать перед вами. Сегодня вы именно та часть интеллигенции, культура, образование, спорт, наука – это фундамент нашего общества. И сегодня я могу с гордостью и с радостью сказать, что у шахтинцев это мощный фундамент. Вы молодцы. Если вспоминать с 2014 года, который вы прошли путь реорганизации, все те проблемы, которые сталкивались, сохранен весь коллектив. Вы профессионалы своего дела. Высшая квалификация практически у каждого есть. Вы повышаете свое мастерство. Вы знаете, встречаясь на крупных предприятиях, мне рассказывают, да вот сварщика надо 3 года учить. Еще какие-то специальности, там 4 года. То я удивляюсь и себе говорю, а сколько же, чтобы играть на пианино, фортепиано, сколько ж нужно учиться, чтобы быть профессионалом? Это, наверное, не год, не два, не три. То есть у вас уникальные специальности. И те результаты, которые шахты добиваются на областных, российских мероприятиях культурных, даже международных, они впечатляющие, я об этом знаю. Вы молодцы. И сегодня, конечно же, губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, министр культуры Дмитриева Анна Анатольевна, сегодня присутствует Полина Юрьевна, замминистра сегодня Конышева. Я знаю, что это очень большой вклад для того, чтобы вы это ощущали. И те национальные проекты, проект «Культура», где выделены были средства в размере 17 миллионов рублей, и сегодня мы присутствуем также открытие виртуального концертного зала 1 миллион рублей. На следующий год ремонт фасада. Обещаю, что асфальт будет обязательно. Он был бы в этом году, но коммуникации меняются, нельзя укладывать, потому что будет просадка большая. Мы вас ценим, мы вас любим. И спасибо за вашу работу. Она действительно профессиональна. У нас очень много уникальных детей, которым вы даете путевку в жизнь. Это очень важно для города, для общества, для России. Спасибо вам большое. Я бы хотел пригласить директора школы для того, чтобы вручить Елену вам. Я желаю всему коллективу огромного здоровья, успехов, всего самого-самого наилучшего. Спасибо. Марина Юрьевна. Конечно же, особое спасибо министерству, министру, вам лично. Действительно, вы проводите колоссальную работу. Мы ее видим, город видит, детки видят, коллектив видит. И надеемся, что это будет только по нарастающей, и мы это будем видеть. Спасибо вам.